Друзья, всем привет! Давайте сегодня вместе с вами приготовим очень вкусные, нежные сырники. Итак, друзья, берем творог и его лучше всего перетереть нам через мелкое сито. Когда делаете блендером, пробиваете творог, он такой более клейкий получается. А когда через сито, он получается такой воздушный. Желательно через сито. Ну, если у вас мелкого сита нет, а есть блендер, ну, делайте блендером. Перетерли творог. Сюда добавляем немного соли. Два желтка. Ваниль. Теперь сюда же добавляем муку. У меня рисовая. Соединяем. И для сладости я добавляю изюм. Если вы изюм не любите, можете добавить сахарозаменитель или же сахар. Припыляем мукой поверхность. Выкладываем всю эту массу творожную. И формируем колбаску. Теперь нарезаете. Нарезали. И теперь будем формировать сырнички. Если нужно, еще муки подсыпаем. Теперь берем. Формируйте, какой хотите высоты, какой вам больше нравится. Ставим сковороду, включаем огонь и наливаем немного растительного масла. Делаем средний огонь. У нас масло разогрелось. Теперь берем, кладем сюда сырнички. И обжариваем с двух сторон. Теперь делаем заливку для наших сырничков. Берем сюда сметану, сюда добавляем одно яйцо. Перемешиваем. Так, теперь берем лимон и сюда натираем цедру с этого лимона. Итак, соединяем. И теперь берем емкость, в которой будем запекать сырнички. Выкладываем в эту емкость сырники. И заливаем этой заливкой. Ну все, друзья, и ставим запекаться наши сырники. 180 градусов, заранее разогретая духовка, 20-30 минут. Готово. Теперь что мы делаем? Отключаем и оставляем в духовке до полного остывания. Ну вот, друзья, приготовили мы сырники. Они получаются невероятно ароматные, нежные. Я просто обожаю эти сырники. Пробуем, готовим с радостью, любовью. Ну и подписываемся на мой канал, ставим обязательно лайки. И всем до новых встреч. Пока-пока.